Или второй этаж, поднимитесь, там вас даст 30. Скажите, а кто не... Все располагается сюда. Выходите. Геннадий Петрович, куда попали? Баринова младшего. Значит, хозяева, точнее, Владимирский, это вот я кого знаю, это Алексей Овчинников, полковник заслуженный тренер России по рукопашному бою, старший тренер России по рукопашному бою, Денис Удилов, президент регионального отделения рукопашного боя, то есть они все, это организация. Вот простите, я вас извиняюсь. Так, кого я вот? Александр, актриса. Театр кино, да? Лупашко, да? Отлично. Вот. Александр Лупашко. Прекрасно, да, помню. Мы, в принципе, так знаем, да. Ну, Геннадий Петрович Малахов, можешь сесть. От донских казаков. Режиссер, бард, певец, заслуженный. Буквально вот только стал заслуженный артист России. Всем его поздравляем. Да, браво. Можно аплодисменты даже. Мы его набыли, конечно, да, но надеюсь, во всяком случае. А где супруга? Вот я и... Ну да, тут все с супругами. Да, да. Но я, к сожалению, без супруги, да, я холостой. Виктория, я холостой, свободный, скромный служитель спорта, но... Я не знаю, да. Я тебе сколько лет знаю, ты всю жизнь холостой. Актриса. Да, Юлия Голубева, актриса. Великолепнейшая. Да, будем знать. А у вас, правильно? Лена Лотова. Лена Лотова. Лена Лотова. Актриса. Явно актриса, конечно. Тут чужие не ходят. Все свои. Поэтому я извиняюсь, что я взял вас в управление. Я честно говоря, я... А? Меня... А, да. Меня зовут Алик. Просто Алик. Ну так, ученики проще называют Алик Иванович меня, да? А так Алик. Просто Алик, да. Правильно говорю? Так что очень приятно видеть на Владимирской земле, я уже почти местный стал. Знаете, как в хорошем, замечательном фильме «Белое солнце и пустырь», помните? Хорошее кино, хороший режиссер, замечательные артисты, замечательные, что, зрители? Ну что еще нужно для счастья? И все это во Владимире. Гонорар. Да, и очень хочется, чтобы наш кинофестиваль стал таким, знаете, заметным культурной столицей. То есть есть, говорят, Московский фестиваль, потом Сочинский фестиваль. Ну, мы в Лос-Анджелесе не считаем, а вот Владимирский фестиваль, вот это очень важно. Надеюсь, с вашей помощью, именно, ну, я думаю, что ФСИН нам поможет, потому что у них очень замечательный тост. Кто не с нами, тот у нас. Тот у нас, да. Поэтому деваться с нашего корабля нету, лучше самим приезжать. Да, и Владимир еще чем очень славен, я скажу, что, во-первых, это богатая, самая богатейшая история всех городов, можно сказать, России. И буквально недалеко от Москвы всего лишь сел, приехал, вот, пожалуйста. Где всегда будут рады, где всегда будут курсанты, просто они ждут. И еще самое важное для любого зрителя, естественно, точнее, для любого режиссера, что у нас зрители не растекаются где-то, они, наоборот, все к нам приезжают. Знаете, каким образом? Во-первых, курсанты всей страны, да? Во-вторых, приехавшие на соревнования, на турнир дебютов со всех регионов России, то есть у нас зритель автоматически является нашим рекламодателем. То есть не мы бегаем за зрителями, они к нам приезжают. До конца. Горько они всегда. Они вместо полуфиналистов, что-то помогаю. Доброе здоровье, прошу прощения, тут это... Правильная травка, зачитание. Что нам лунный день подскажет? Итак, удачу. Итак, от Геннадия Петровича. Так что желаю всем хорошего. Ларис. Здравствуйте. Я вас не представил, прошу прощения. Да, все нормально.
Лариса Шахварова. Здравствуйте. Да, очень приятно, да. Ну, Лариса в красном был. Все. Серега. Слушайте, я играл самурая, японца. У меня была актриса реально японка. Она сама с балета. Японка Станиславского, музыкальный театр. Вот она такая японка, я такой самурай. У меня волосы короче были. Так что я работал с ней. Так, кого я еще снимался? У Эдуарда не пошли его сниматься сразу. Даже погибло. Простите, справа. О, боже мой. Руки головой. Я головой, да. Аккуратно. Привет. Женщина, которую я сломал. Сахаря. Танц. Привет, здравствуй. Здравствуй. Ну, это местные подошли. Местная братва подошла. Да, и нашла. Добрый здоровец. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе здоровье. Здравствуйте. 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 Я регулирую очень туда. Японцы специально приехали для этого дать не снимать. Посмотрите. По древу. Кинорежиссер Сергей Миляев. Валентина Смирнова. Олеся Якунина. И завершает наше торжественное шествие почетных гостей актер и режиссер Игорь Мельников. Игорь Мельников, два раза.